Привет из Исландии, с города Рейкьявик. Что ж, грандиозное событие. Лейбл Rap Records 25 лет. Блин, я помню эти годы, когда он появлялся. Это такое, ну, там, может, не самых первых релизов, но помню, что вышли котлованы наши литовские у вас. Это было очень круто. И в итоге там это вся эта братство, как бы, группы этих таких, Da Bump, Юг, No Nevers, там, Южный Фронт, там, ну, я не знаю, куча всего. Это было очень, просто впечатляло в то время. Это был, по мне, так самый крутой лейбл 2000-х годов. И, блин, мы очень рады, что где-то 20 лет назад они выпустили наш альбом BDB School в своем репертуаре. Там, конечно, старые песни 2000-2001 года были просто скинуты в кучу и отправлены и с надеждой, что выпустят, и надежда оправдалась. Rap Records его выпустили. Ну, огромное им за это спасибо всем, кто к этому причастен, к этому лейблу, к тому времени. Поздравляю вас, пацаны, было очень круто, был очень крутой движ. И, ну, реально, я думаю, это запомнят все, кто в то время слушал рэп-музыку и ценил русский рэп. Так что Rap Records 25 лет, поздравляем!